В этом году мы открыли в городе Димитровграде один виртуальный концертный зал и в Димитровградском колледже искусства и культуры. И мы создали два аудиогида в наших двух государственных музеях – Ульяновском областном краеведческом музее и Ленинском мемориале. Мы будем эту работу дальше продолжать. В следующем году аудиогид будет создан в Ундоровском палеонтологическом музее. Ну а что касается виртуальных концертных залов, здесь, конечно, конкурсная процедура, поэтому мы будем заявку направлять. В этом году мы не были поддержаны. Мы сделаем работу над ошибками, поскольку получили консультации от профильного департамента, чего не хватило нашей заявке для того, чтобы получить федеральную поддержку. Ну и, конечно, выставочные проекты и все то, что было запланировано в рамках национального проекта «Культура», все это реализовано, все это случилось, поэтому спасибо руководству страны, спасибо президенту Российской Федерации. Это впервые в истории вот такая поддержка области культуры, поэтому мы смотрим с оптимизмом в будущее. Наш проект имеет свою особенность по мероприятиям получения субсидий на конкурсных основах, но мы будем стремиться. Сегодня мы направили и под заявки свои на реконструкцию ТЮЗа и уже получили подтверждение от Федерального министерства, что наша заявка поддержана, мы эти средства получим в свое время. И нам еще направлена заявка по мероприятию «Реновация» на реконструкцию областной детско-юношеской библиотеки имени Аксакова, поскольку объем реконструкции очень солидный, это 358 миллионов, 230 из которых мы надеемся сможем получить также из федерального бюджета при нашем софинансировании.